бывает. Ребят, на самом деле довольно холодно мне сейчас, несмотря на то, что я в шубе. Дело в том, что сейчас очень сильный ветер на улице, поэтому если вы еще не вышли из своих домов, одевайтесь, пожалуйста, потеплее. О погоде в Красноярске я расскажу чуть-чуть попозже. Прогноз погоды представляет официальный дилер Mitsubishi Medvedь Север только до конца декабря. Внедорожники с выгодой до 450 тысяч рублей. Спонсор прогноза погоды — компания «Эконом Мебель». Мебель известных российских фабрик по доступным ценам. Экономьте на цене, не экономя на качестве. Сегодня, 21 декабря, в нашем городе облачно, снег. Днем минус 13, ночью до 14 градусов ниже 0. Ветер восточный 6 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. А сейчас в городе минус 22 градуса, довольно скользко, как на автомобиле, так и пешком. Поэтому одевайте обувь подходящую. По данным интернет-портала, сейчас составляет пробки на дорогах составляют 4 балла. Имеются затруднения, если что касается левого берега в районе Копылова на Высотной. Также на спуске 2-й Брянской к кольцу, там сейчас, насколько я знаю, ДТП. Калинина также на подъезде к этому же кольцу тоже стоит уже. Также на Партизана-Железняка имеется затруднение, на Краснодарской улице. Что касается правого берега, то у нас сформировалась традиционная пробка на Матросова в сторону Предмостной площади, а также на Мичурина в сторону Октябрьского моста. К этой минуте у меня все. Не отключайтесь, пока посмотрите небольшой блок рекламы.